Сегодня воду все откачивали. Сегодня откачивали воду. Воды нет, стоят грунтовые воды. Да. Грунтовые и от этих ливневых колодцев. Но я вот вижу, что да, я чувствую, что воды нету, а вот только да, это вот эта вот проблема. Да. Сегодня вот ставили сюда, специально откачали. У вас, смотрим, здесь так чистенько убрано. Не, так вот стараемся. Так. Из те старые, которые освобождаются, мы стараемся тоже нет. убирать. Но от воды мы пока... Но от воды это уже проблема такая, которую надо всем миром решать. Проблема глобальная, да. Здесь получается, как говорится, не управляющая компания виновата. Но... Да. Да, даже в сараях многих люди рыли как бы себе, старались как типа подпола сделать, ямы, которые заполнялись водой. Мы их засыпаем. Только два подъезда. Вот здесь какие сараи капитальные. Может быть, придется принимать положение какое-то, чтобы закон был, чтобы на основании положения у вас была возможность это все... Это было бы хорошо. Последний раз разрешение на строительство сарая я видела года 4-5 назад. Ну тогда что, зарегистрирован этот сарай? Я не знаю, насколько он зарегистрирован, но я тогда возмутилась, что он строит сарай, и он мне показал разрешение с администрации, что ему разрешено. То есть, если все-таки, если бы эти, вот эти коммуникации были сухие, прочищены, да, то тогда, возможно, было бы меньше воды. Конечно. Меньше воды, эти дома самые низкие, они частенько по весне. Ну, не так, чтобы вот как сейчас плавает. Ну, вот чуть-чуть водичка бывает, но не настолько, не вот, как сейчас.